Вашему малышу уже 3 года, значит, пора задуматься, каким видом спорта его занять. 3 года – это рубеж, когда ребенок становится более сознательным, может выполнять указания тренера и организм готов к нагрузкам. Спорт – это красивая осанка, крепкие мышцы, сильный иммунитет, а еще возможность общения, воспитание командного духа и целеустремленности. Здоровье – это навык самый важный, я считаю, для всех. Сила, выносливость, дисциплина очень важна. Для некоторых детей это просто необходимо. Когда ребенок гиперактивный и не может усидеть, понятно, что ему будет интереснее игровые программы. Если же ребенок более пассивен, можно подвести его на стретчинг, на гимнастику, на растяжку. В первую очередь нужно спрашивать у ребенка, чем он хочет заняться. Пробуйте полярные занятия – вышивание и спорт, танцы и лепку. Или поводите в разные секции, чтобы у юного спортсмена была возможность выбора. Для 3-леток есть десятки направлений – танцы, гимнастика, стретчинг, футбол и даже единоборство. Темп умеренный, легко бегом, побежали. Чуть-чуть подальше и круг, весь оббегаем, правильно, да? Да. Все. Что ты любишь? Я люблю здесь тренироваться с таксим и сильнее папы. Я буду всегда ходить в спортзал. Драться умеешь? Умею. Вот так. Секция плавания закаливает ребенка, укрепляет нервную систему, улучшает работу сердца, способствует повышенному кровообращению. К тому же вода отлично снимает напряжение и дарит позитивные эмоции. К положительным факторам можно отнести и хороший аппетит после тренировки, и здоровый крепкий сон. Во-первых, развивает координацию. Во-вторых, эта дыхательная система развивается. То есть, если брать аспекты здоровья, то здесь у нас очень широкий спектр, и плавание показано почти всем. Прежде всего, разгружает позвоночник. Это прежде всего. Исходя из этого, все проблемы, которые со спиной, это сколиоз, допустим, искривления какие-то, проблемы с тазом, это прежде всего показания плавания. Потому что нагрузка здесь совсем другая. По сравнению, допустим, с фитнес-программами. Но сначала малыша нужно показать педиатру, чтобы определить наличие противопоказаний. Родителям всегда интересна финансовая сторона дела. Прежде чем заинтересовать ребенка, оцените возможности семьи. Мы взяли топ самых популярных направлений. Итак, 4 посещения бассейна будут стоить свыше 1500 рублей. Месяц художественной гимнастики от 2000 рублей. Оздоровительная гимнастика. 8 уроков – 2500 рублей. Месяц карате шитакан – 2300. Футбол – 3200 рублей.